Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Кофе, Варпач, Клейнс и Алекс Фокс, и сегодня мы будем играть Маньяка в CS GO! Ха ты, всем здорово, чуваки! Привет, привет! Да, всем яу, друзья! В общем, карта у нас сегодня вот такая, вот-вот, правда, по размерам она не такая большая, как хотелось бы, но нычек здесь очень-очень-очень много, поэтому я думаю, что сегодня мы затроллим однозначно Маньяка, ну и не только, скорее всего, Маньяка, а может быть и себя тоже. О, да! Вот, поэтому мы начинаем. Ваш инвентарь до сих пор пустует? Пора это исправлять. Elite Case представляет. Бесплатные кейсы каждые 24 часа. Ежедневный бонус в размере 10 рублей. Частые промокоды. Все это и не только на elitecase.net. Списна! Погнали, списна! Пацаны! Давай! Так, мягкая посадочка, отлично. В общем, давайте, парни, у нас есть буквально пару секунд, чтобы занять какую-нибудь прикольную нычку. Так, а кто из вас кто? А, Вася, вот, вижу, Саня, это ты. Ты понял. Да, понял. Вон Санечек, нифига себе, нифига себе. Нормально, слушай, у тебя такая нычка. Я люблю такие нычки, знаете, почему? Потому что отсюда мы сможем управлять маньяком. Точно, точно, маньяк. Это же, это прекрасно. Паша, маньяк! Смотри, сейчас бассейн должен прыгнуть. Так, отлично. Да. Чё, Паш, как тебе водичка? Норм. Очень-очень хорошо и вкусно. Тёпленькая, да, нормально? Дверь за собой закрой. Ну, мы постарались, чтобы она тёпленькая была. Дверь закрой, да... Так, куда ты спустился, Паша? Не, поднимись на первый этаж. Поднимись на первый этаж обратно. Паш, ты куда пошел? Спустись на первый этаж тогда. Не, вот, так, стоп, ты на первом этаже сейчас или где? На втором он. Вот тебе нужно подняться на второй этаж и встать, получается, у окна, которое получается самое крайнее. Ладно. Я надеюсь, он ты понял. Так объясни, это приятно. Ну, я не знаю, какое, ну, слева от нас. Так, нет, другое окно, Паш, другое окно. Да, нет, не это окно. Другое. Другое окно. А окошечко другое, вот рядом там еще. Ну, Паш, ну там другая комната с другим окном. Вот, все, теперь прыгай в него. Да, отлично, прыгай. Подойди к колодцу, подойди. Ладно, сейчас. Просто манипуляция. Да. Так, а теперь поверни спиной к колодцу. Вот, и посмотри на здание. Не, на здание, смотри, оранжевое. На здание, которое ты был. Надо именно на здание, которое ты был. Друзья, где он, пацаны? Я его не вижу. А, вот все. Так, мне кажется, нам пора то ли сваливать, то ли я не знаю, что, Кирилл. Ну, а на самом деле опасно сейчас, очень рисково. Я тоже думаю, опасно прям. О, Пашка, здорово. Привет. Мне интересно узнать, куда попасть. Сюда телепорт, Паш. Посмотри просто на Санин труп, да? Да, я вижу. Смотрите на мой труп. Он так лежит, знаешь, его можно мелко ладно, покажите мне труп мой. Вон он, блин. А, там Паша, ничего себе! Я что-то не обратил внимания. Нет, Паша, так не получится сделать. Не, это так не работает. Стой, понимаю. Ах ты, сучка. Стой, опасно, но не до конца. Так, вот он флешку кинул. Обдымовая. Я так люблю руки твои. Целовать. Облизывать. Так, Кирилл, мне кажется, нам пора менять на самом деле позицию, потому что да. А у меня есть. О, ничего себе, он тут! Олег, есть нычка. Сука, подловил! Сука, такой. Как он тебя поймал? Подожди, как он тебя поймал? Я посмотреть, а он меня убил. Привет, как дела? Да. Подожди, ну, коротко и ясно. Так, убегай, быстрее. Нифига, беги. Все. Так, вот, все, вот, отлично. Вот там, вроде нормально. Да. Так. А, суки, смеются за что-то снизу где-то. Ну-ка. Да блин! Нет! Ну это было очень сложно не посмеяться на видео. Это просто... Что это было? Да, маньяк это тест на внимательность просто. Это жестко. Так, ну что, парни, погнали. Теперь маньяк у нас Санек, естественно, да. И вот только против него я вообще не знаю, какую нычку использовать. Потому что он знает абсолютно все нычки, понимаешь, Кирилл? Так, а куда? Он не все знает. Подожди, вот мне главное сейчас всего лишь одно место. Где тут здесь? Вот это? Вот смотри, здесь, вот это, Кирилл, смотри. Кирилл, вот это, смотри, посмотри на меня. Не. Блин, ну давай в него, Олег. Где оно? Так, а мы где? Я знаю, где-то здесь.
Нифига вы жестко. Я просто видел, как он уже спускался вниз. Это жесткий тайминг, это просто жесткий тайминг. Это жесткий тайминг, отвечаю. Мама. Это кто сказал мама? Мама? Ну, маньяк, ну не надо, Саня. Здесь никого нет, никого. Саня, тебе просто показалось. Следующий. Здесь никого нет. Долго мы продержались, долго. Следующий. Следующий. Ну, Кирилл, вылезай. Тут уже ничего не сделаешь. Ага, попробуй, попади. Саня. Бежим, 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 бежим. Ты меня гонишь. Кирилл просто мастер, просто мастер. В общем, ребята, Саня у нас снова захотел быть маньяком, потому что он слишком быстро нас нашел. Так, и... Ну, он все нычки просто знает. Давай, Кирюха, давай. А ты ее нашел-то? Да найдешь в этот раз ее? Да, где-то здесь. Да, 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 где-то здесь, отвечаю. Мне кажется, нужно было этим заниматься заранее. Какое хорошее место! Саня, отключи худы команду, я тебе сейчас скину. Быстренько отключи худы. Отключены. Точно? Точно. Что-то я подозреваю, что нет. Слишком ты улыбаешься. Слишком ты смеешься, Саня. Не-не-не-не-не. Что-то тут не так однозначно. Что-то ты от нас скрываешь. Да я отключил их вот ежиком. Ну-ка, быстренько отключи. Ну все, скрин ВК, да? Скрин ВК, да. Так, а мне интересно, Паша, напиши в чате, где ты вообще. Ну вот, или тебе неудобно писать там. Кашка. Только не в общий чат. Да, только не в общий, естественно, в чат. В общий чат, в общий чат. Паша, это хорошее место у тебя, да. Ну-ка. Паша, где ты сидишь? Спасибо. Где сидишь? Спасибо. Это можно и в общий чат писать. Вот это да. Я ваш подписчик. Не, Паш, напиши реально. О, вот, да, вот это про Пашу. Блядь, я с дерева упал. Ой, молодец. Не, Паш, напиши именно вот где ты находишься сейчас. Да ну все, теперь он на небесах. Сиси-миси на небеси. Ясно, Паша, понятно? Ясно. Ой, понятно. Пашка. У нас топовое место. У нас Паша, ты должен был идти с нами. Я думаю, что вот эту нычку Саня не знает, реально. Да, я и говорю, Саня не знает. Вот Саня вроде бы говорил, что он все знает на этой карте, но вот, видимо, не. Саня может, ничего он не может. Саня жесткий. Саня жесткий. Саня это да. Мы все знаем, Саня, что Саня жесткий. Саня опасный парень. Саня нам утверждал, что я знаю на этой карте все нычки, вы упыри, вы ничто, говно. Да, и так далее. А в итоге просто не может нас найти уже. Сколько времени прошло? Я не знаю, уже сколько, кстати, раунд идет? 4 или 3 минуты. Вы где? Да, вот ты попробуй найди нас вообще. Ты что был? Это было кавказский свадьба. Ой, Саня. Кавказский свадьба. Я не знаю, стоит ли вообще давать подсказку на этой карте, потому что, ну, блин. Мне кажется, смысла нету просто давать подсказки. Ну все, а теперь вот Олега попробуй найди. Я видел вас, я по забору бегал, я видел вас. Ну так давай. Кирилл! Ты познал, как долго я прыгал, чтобы ты по мне не попал просто. Ну там просто коробка прозрачная. Так, ну чё, всё, я выпрыгиваю из своего собственного, естественно, с вертолета и начинаю вас искать. И вот знаете, пока я летел вниз, я слышал, что кто-то где-то пробежал. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Подожди, у меня такое ощущение, что... Знаешь, на ля-ля-ля-ля-ля-ля можно откликнуться вообще все что... Так, это кто там был? Мое любимое дерево! Нет, уже не любимое. Мое любимое дерево! Дерево мое! Так, Паша, вернись! Нет, отстань. Какой Паша, я не Паша. Или стоп, кто это? Подожди, я не понял, кто это. Это сын твой, блядь. Просто посмотрите вот на это, вот, ну вы видите. Я беспалевный же. Да. Да хватит флешки кидать, не надо, давай играть без флешек. Так, Паш, без флешек. Паша флешка у нас кидает флешку. Паша флешка, сука, кличка, флешка. Просто никнейм. Да хватит флешки кидать, я ничего не вижу, блядь. Да, Паш, ну. Успокойся, придурок. Ладно, все.
Подожди, раз я вижу эти флешки, значит, мне кажется, что он в одном из этих... Где он может быть? Так, не вопрос. Опачки. А, вот он, опачки. Олег, здрасте. Олег, чего вы оглядываетесь? Куда вниз пошел, поднимайте наверх. Так. В эти игры со мной еще не играли. Вышел, опять залез обратно. Так, нет. И не вылазь. Я не буду Марио подчиняться. Ты куда полез? Слушай, ты фокусник. Так, подожди. Нет, пожалуйста, нет. Нет. Мама! Блять, я опять упал! Привет! Привет, Саня! Привет! Привет, Олег! Блин, у меня Алекс опять на голове ходит! Нифига себе! Это как так вообще? Как ты выжил? Чё? Что это было? Что, Кирилл? Что это было? Я видел! Поясь, окей, я понял! Ясно. Ой, так, осталось найти это. Только Паша. Паша, ты где может быть? Ой. Такое непонятное место, такое прям непонятное. У меня такое ощущение, что Паша, где-то он видит меня, он где-то рядом. Да, ну как ты отгадал, что он тебя видит? Возможно, возможно видит, а возможно и нет. А возможно. Да. Блин, а я не знаю, единственное, как забираться вот а на... А как ты туда забрался, Паша, вообще? Тоже интересно. Так, флешка это отсюда. Минуту. Так. Смотрите, Шерлок. Такая тишина. Блять. Подожди, а как туда залезть? А по этим столбикам можно забираться? Да. Сейчас прикиньте, если он допрыгнет, будет не очень. А как? Как допрыгнуть? А как можно? Залезть туда? А как туда залезть? Можно забираться? Слышишь, алло! Нет. Как туда залезть? Провода где? По столбам провода можно забираться или нет? Как туда залезть? Кто-нибудь мне скажет или нет? Ну дурак. Я не знаю. Лол! А как туда Паша забрался? Ой, слушайте, ну это прям тайна, секрет, конечно. Киноманьяк! Все, убегаем, пацаны, быстрее, от него подальше надо убегать. Так, Паша, давай, либо Саня, либо Паша, покажите мне какую-нибудь крутую нычку на этой карте, потому что... Слышь. Ладно. Что это был? Или это либо Человек-паук пускает свои паутины, либо это в туалет Паша очень сильно хочет. Блин! Я не спрятался. Кто не спрятался, я не виноват. Я не виноват, да. Кто не ладно. Спрятался. Я вроде бы занял нормальную нычку, честно говоря, не знаю, но все же вроде нормально. Кто не меня спрятался, видит? Я. Так, Кирюх, от Кирюха, ты уже вышел-то искать или. Я уже вышел, да. Отлично, отлично. А, вот, Кирилл, отойди от этого здания зеленого. От какого здания? В смысле? Подожди. А кто это? А кто это? Подожди, кто? Подожди, кто? Чё? Подожди, это точно, да? Подожди. У нас, кстати, еще никто в гараже не стоит. Подожди, а кто сейчас бросил дикой? Не знаю. Точно не я. Так, вы не здесь. В смысле, вот теперь я слышу кучу дикоев. И они все в доме, да? Понятно. Понятно. Главное так делать. Спасибо. Кто вот, кто там стоит? Вот кто там стоит? Вот кто вот это? Там стоит. Да пошел ты. Смотри, кто да. Там стоит? Саня. Саня. Кто у нас? А Саня, расскажешь потом, кто туда залезть, потому что интересная нычка, походу. Да достали вы со своими смоками! Ну хватит, реально, давайте без смоков играть, ну серьезно, у меня уже тут... Так, Кирилл, выйди из здания, выйди из здания. Нет, Кирилл, тебе нужно выйти из здания, да. Я вышел из здания. Так, теперь снова. Нет, теперь снова вернись к лестнице. Нет, стой, Кирилл, вернись снова к лестнице. К лестнице, вернись снова. Только что мне в лицо прилетело это. Так, Кирилл, я тебе говорю, вернись к лестнице. Сука, подожди. Он где-то здесь. Где ты? Кирилл. Я тебе говорю, вот как туда забраться. Вернись к лестнице. Да. Вот да. К лестнице, которая в доме. Да. Вот. А, которая в доме. Да. Ну да, которая в доме. Теперь, не, стой, не, спустись вниз, спустись вниз. Теперь смотри, твоя задача, повернись направо, вот сейчас направо.
И вот видишь, вот крыша вот впереди, вот там вот крыша вот следующая, да. Вот туда тебе нужно залезть. Ого! Хорошо. Да, Кирилл, конечно, манипулировали людьми только так, друзья. Хорошо. Ого, я вас сейчас найду, ребята. Да давай, давай, давай. Кто там стреляет, блин? Ладно, Кирилл, хочешь скажу, как туда залезть? Кирилл, хочешь скажу, как туда залезть? Вернись, не-не-не, там особый способ. Вернись. Я догадаюсь. Не, вернись снова, там телепорт, вернись снова к лестнице. Так. Кто? Вот лестница, которая была в доме, которая лестница. Да хорош, Клен! Ты вернулся, Кирюха? Я просто пока не вижу. Сейчас, подожди. Блять. Сука! Сука! Ты думаешь, что я тупой? Да, я тупой. Затарился же. Так. Не, Кирилл, не так, не так. Я же тебе говорю, вернись к лестнице, вернись. К лестнице, которая к лестнице, в доме. Которая в доме, да, вообще верно. Это впервые, да. Когда маньяк, который не убьет. Вот, потом видишь, на столе там есть что-то типа чайника. На первом этаже, вернись, спустись, Кирюх, как ты видишь все? Спустись, вот. Так, вот теперь тебе нужно нажать на Е и попить чая вот этого. Тогда ты станешь, ну тогда ты можешь увидеть нас всех. Да забануешь, ты тронешь меня, ничего не работает. Кирилл, вернись к лестнице. Нет, сейчас я тебе серьезно говорю, вернись к лестнице, пожалуйста. Ты что, в лестнице? Подожди, блин, зачем ты спалил мою нычку? Кирилл, посмотри назад. Воу, я понял. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наша серия сегодня по маньяку подошла к концу. Надеюсь, она вам понравилась. Вы поставили лайк, подписались на все наши каналы. Ну а с вами были, как всегда, Кофе, Клейтс, Алекс, Фокс и Варпач. И всем пока-пока. Надеюсь, удачи, всем пока. Конечно, дома.